Всем привет, ребят. Ну что, опять китайка, опять будет сейчас тест у нас нового героя. Бабки Зины, пулеметчица, не знаю, Ванька пулеметчица, бабка Зина, баба Валя, Рюша. Как хотите, так и называйте. Герой реально достойный. Будем тестировать на волнах и немножко по лабиринту побегаем, покажу, как она себя показывает. Вот такая вот акция была. Я ее забрал, еще один порочный пакт, плюс сетик священного огня, ну и топовые плюшки. Прокачал немножко таблетку, сейчас докачаю до 25, чтобы уже посмотреть на героя, как он себя покажет на максималке, потому что таблетки не вкачаны, и из-за этого на волнах немножко туговато у нас. Ну, как видите, она тут полным ходом развлекается. Даже стрелок, в принципе, и не помеха. Единственное, надо все-таки, скорее всего, дефный какой-то вариант собирать. Вот одержимый против. Ну, жестко она разбирает, конечно. Но не успеет минус. Нет, не успел. Но, как видите, сливается очень быстро. Но в PvP локациях очень достойно себя показала. Так, окей, добрали. Вот так вот. Вот у нас таблетка 25 уровня, наконец. Максимально 45%. Ну, еще плюс, если сравнить, вот посмотрите, зона дальность, да, видите, насколько больше таблетка 25 по сравнению там с 13. То есть зональная из-за этого тоже, чтобы она побольше покрывала. Так, окей, забираем отсюда Минотавра. И поехали. Будем пробовать. Так, начнем. Давайте начнем с волны. Не знаю, там у меня есть, хватает. Давайте волну К. В принципе, мелкий нету смысла. Попробуем с К волны и так и пойдем дальше. Конечно, единственная питомец у нас еще не докачанный. Кагашки мне есть куда девать. Вот так вот она пуляет на пол карты сразу. Так, один мы прошли. Самое главное, чтобы атланты дальше не повылазили на волнах и не активировались. Будем на ускорялке проходить. Забора у меня нет, как видите. Я волны прохожу без забора на китайке. Без таблеток я дошел практически до последней волны. Там надо здание немножко подкачать. Ну, судя по тому, что вы видите, герой реально очень круто себя будет показывать даже на волнах. Так, есть, да, прошли. Ну, давайте волну О сразу перескочим, так уже дальше интересные волны пойдут, потому что я думаю, бессмысленно эти все волны проходить, она тут все равно будет тащить. Смотрите, как просто тупо всех вырубает. Еще если ей поставить новый талантик плюс одну клетку, думаю, будет тоже очень круто смотреться, но пока не до этого. Так, О3. Самое главное, на какую-то отражалку не попасть. Попадаем на отражалку, все. И вот такой вот вариант тоже. Будут сзади забегать, но, в принципе, нормально. Волну прошли. Идем на П волну. Пишите в комментах, как вам, блин, этот герой. Я не знаю, я еще даже не определился, на что его собирать. Вариантов очень много разных. Но пока в раздумьях.
Все-таки думаю, возможно, дефный вариант усилить ее защиту. Атаки у нее и так хватает. Скорость атаки, в принципе, можно будет подогнать. А вот побольше дефа ей нужно. Так, есть. Либо священный огонь поставить. Вот видите, на ком-то половину уже слили жизни. Вот сейчас Атлант, хотя нет, Атлант даже не добежал. Вот смотрите, как она восстанавливается круто. Конечно, было бы здесь еще утекание. Пятое там или шестое. Так, давайте Q-волну. А вот дальше будет интересно, сможет ли она. Вариант есть ворожая, просто взять сюда, попробовать с ворожаем. Чтобы он и подхил давал свое одушевление. Ну, пока так побегаем. Просто Андриэл сносит все, конечно, убивается, блин. Так, сейчас там Атлант включится. Не, не успел, не успел. Огонь. Просто бешеная тетка. Одержимый, не знаю, это одержимый, там Афина вместе. Какой-то нереальный дамаг выдает. Просто жесть. Иммун от стана, от всего. Q-волна пройдена. Давайте R-волна. Конечно, дальнейшие волны там нереально. Ее просто убьют дальники. Надо будет с ворожаем пробовать. Ну, как видите, вот такая зона вокруг таблетки, она ее покрывает, и вполне этого хватает. Нормально, R4 есть. Ну что, последний заходик. Самое главное, чтобы сейчас на здание заагрились. Отлично. Жесть просто. Просто бешеный дамаг. Ну, нереальный просто какой-то герой. R5 есть. Поехали, S. Ну, думаю, возможно, сегодня на английском уже обнова идет. Возможно, завтра будет уже на русском сервере. Хотя, возможно, в понедельник. Пока еще не знаю. Посмотрим, как локализирует у нас. Ну, надеюсь, что это будет завтра. И мы уже сможем полностью оценить все. И, ну, и, соответственно, побегать на моем нуба-аккаунте. Эти все локации новые, все остальное. Так. S4. Успеет. Ух ты, ё. Огонь просто. Берс и руны Миажева. Блин, а тут вот, конечно, скорее всего. Хотя нифига, жесть просто. S5 на легке дракона разобрала. Просто разобрала, ни о чем. Бешеная сборка. Вот вам сборочка, Т-волна. А вот тут вот, кстати, очень много вопросов может быть сейчас, если атланты повключаются и подбегут сюда, то нам жопа будет, ребят. Не, отлично. Т1 прошли. Самое главное не дать атлантов врубиться. Т2. Просто жесть, Т3 пройдено. Я в шоке. Просто жесть. Т4. Ну тут уже, конечно, удача сейчас будет. Я не знаю. Вот они зашли. Да ладно. Просто изи. Просто, ребята, просто изи. Все СП, грубо говоря. Там все остальные, ну, грубо говоря, до Т волны
Да, волну зафармили, просто жесть. Ну, давайте АА уже посмотрим. Я не знаю, что мы тут сможем сейчас сделать. Но это просто жесть. Вот атлант включился, видите, да? И все. Ну, хотя она себя должна отхилить, если сейчас нормально все будет. Ну, герой уже с отражалкой, а волна, конечно, тут одному соло. Хотя все может быть, нет. Атлант зашел мне оттуда. Все равно раздал. Жесть просто. Блин, обидно, здание, здание. Давайте еще попробуем. Самое главное, что она не умирает. Вот, вот ее все-таки слили. Ай, подождите, это на какую я волну зашел? На аж. Думаю, что это такое, сразу слили. Вот так вот немножко, это один герой. Будет немножко подхила, смотрите, вообще просто супер. Пулемет жесткий. Я не знаю даже, как она будет, как вообще надо будет потестировать ее сегодня обязательно на битве гильдии. Но это жесть, что она творит. Так, А3. Просто огонь. А3 пройдено, А4. Тут сейчас, конечно... Ну, тут здание разбили. Она жива, хотя она бы это все затащила. Ну, вот так вот, на волнах, ребят. Дальше просто бессмысленно, потому что ни забора нету. Раста нету, забора нет. В принципе, я вам показал, что герой может воевать вполне неплохо. Поехали на лабиринтик. Так, сейчас у нас тут надо собрать команду. У меня, к сожалению, тут я переустановил все. Герои все в разброс. Так, заберем отсюда. Давайте мишку заберем. Ставим ворожея. В общем, не знаю. Пишите в комментах, что вы думаете по этому поводу. Вот видите, сейчас у меня большинство активируется хранитель, но нас сейчас тут сольют. Точнее, мы сами сольемся из-за того, что тыковка у нас ускоряет. А гоблин с отражением, поэтому тут надо бегать без тыквы. Вот смотрите, она себя будет по-любому сливать, скорее всего. Хотя у нее утекание плюс-минус держится. Но видно, как она проседает, даже больше проседает, чем повелитель бури. И на ней еще стоит утекание. Ну, конечно, круто смотрится. Очень прикольный герой, блин. Бездонатный, но, блин, столько фана с ними, я не знаю. И, наверное, один из таких героев очень интересных с последних обновлений. Я не считаю там имбовых героев. Так, вот такие вот пачки против нас. Это у нас бот. Да, это у нас бот. Ну вот смотрите, против бота. Смотрится тоже неплохо, даже в топовой сборке, если будет фул пачка, ее ставить назад. Я просто вам показываю, как она здесь себя покрутит. Она не дает им зарядиться. Она бьет и 18 энергии снимает. Можно, конечно, поставить еще этот разбросик, но смысла не вижу, потому что... Так, так, так. Все равно будет заряжать их и будет одной цели снимать ближайшие. Автопрокает. Ну, так вот, ребят. Ну, одержимый, по-моему, отдыхает. Однозначно отдыхает, как и многие герои. Чтобы так вот соло выносить, там огнекрыл, да, согласен. Ну, это уже игрок реальный. Тут нас сейчас просто сольют. Вот она у меня в такой вот пачке есть. Сейчас я вам покажу ее, как она на максималке сейчас будет трешевать. Вот она бьет по прямой, она не дает им зарядиться, все просто супер. Единственное, конечно, что у нее не зональная такая атака, она бьет по одной цели, но опять же это очень круто. А против любого героя, если она выживет и там не будет отражалки, она его снесет. То есть в этом очень большой плюс, то что мы делаем забор энергии, то есть для лабиринта стан, забор энергии, одно из таких самых основных пачка героев, то есть благодаря этому можно далеко заходить. Вот тут однозначно мои разберут.
Так, ну идем посмотрим еще бота. Это реальный игрок. Так, что тут есть? Афина? Нет, тут нереально таким составом. То есть вот так вот, вот такая вот бабка, которая нас ожидает в обнове, блин, ну не знаю, не могу нарадоваться героям. Обнова, конечно, классная, есть плюсы и минусы, но хотя бы какое-то изменение кардинальное, не знаю, для бездонатов, как обычно, все плохо, для донатов, как обычно, весело, надо все перекачивать, переделывать, новый талантик опять появился. В общем, вот такие вот дела, ребят, не знаю, что будет дальше. Ну, надеюсь. Так, опять отражалка. Или нет? Да, опять отражение, походу. Все проседают, смотрю. Вот видите, из-за тыковки. Сейчас останется пару героев. В принципе, они должны ее добить, этого гоблина. Вот так вот активируется скилл. Хранитель. Кто не видел еще... Конечно, все зависит от его прокачки. Прокачивать надо очень много. Уже будет у нас дословный перевод. Тогда будем уже определять, какого качать. Ну, конечно, на крит, наверное, лучше всего в первую очередь. Но так вот, ребят. Не знаю. Я, конечно, в шоке с героя. Полный трэш. Тут сейчас меня сольют. Смотрите, что она делает, блин. Это просто жесть. Короче, вот так вот. Все, пишите комменты, подписывайтесь. Ссылочка на Некрыла в описании. Конкурс до конца месяца. У вас еще есть почти 2 недельки. Всем удачи, всем пока.